Даже во время избирательной кампании президентской половине мест мне не давали зала. Вот так же подходила милиция. Я был кандидатом в президенты. В зале зарегистрирован. Меня не подпускали к людям. И точно так же сейчас. Поймите, что это плохо кончится для всех. Для всех плохо кончится. Страна в изоляции. В стране огромные экономические проблемы. Телевизор врет. Люди хотят просто поговорить. Ничего дурного не хотят. И нельзя. И нельзя. Ну что, заткнись и сядьте, стойте дома. Но не получится. Товарищи, пришедшие на разговор, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, справедливое требование, что там нельзя разговаривать? Нет! Давайте так, я через суд так буду. Не буду, потому что суды ни разу не реагируют ни на какое законное требование. А вы найдите человека, который был бы против, что мы здесь собрались. Я просто как человек. А вот вы как человек, но это а по конституции, а я не считаю. Это все против, пожалуйста.